Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня, наконец-то, у нас с вами обзор заказов Фаберлик по 9 каталогу. Нереально тяжелая коробка, просто нереально. И есть еще одна упаковочка у нас с вами. Давайте скорее начинать. Начнем с ней раскакалки. У меня уже дочери не терпится ее попробовать. Возьмем сегодня, скорее всего, на улицу, потому что, мне кажется, дома это не очень удобно. Я уже видела обзоры у ВИПов, как ей пользоваться. А в следующем видео обязательно вам вставлю, как у нас получается прыгать на ней. Так, артикул. Девчонки, где артикул? Этикетка есть, артикул не вижу. Не знаю, честно. Тут мои данные, артикул. А, артикул вот он. 910-171. Здесь вот маленькая бумажка внутри есть. Сейчас с вами вскроем и посмотрим. Фух, замотали ее на славу. Тут она в пакетике. Мы сейчас этот пакетик еще откроем. Пошуршу чуть-чуть. И достаем скакалку. Она светится, что ли, не пойму. Так, информация у нас. Это Эва пластик, АБС пластик, магнит, металл, ПП, ПВЦ. Вот так вот. Вот как она выглядит. Вот тут такое ощущение, что тут она должна светиться. Ну, посмотрим. Смотрите. В общем, нам нужно надевать ее на одну ногу, отталкивать и перепрыгивать. Получается, что у нас ноги не одновременно скачут, да, а поочередно. Вот эта штучка еще желтенькая, она надевается. А как она надевается? Чтобы ее надеть, вообще скакалку, наверное, нужно разобрать вот сюда, чтобы ее надеть. А, ну вот она, наверное, открывается. Мне кажется, сейчас я ее разломаю. Ой, разломаю, так и не попробовав, девчонки. Вот. Все. И теперь, наверное, вот по этой штуке. Но мы оденем ее, пусть будет одета, да? Мы ее должны одеть. Это работа кропотливая, на самом деле. Потому что пока ее таким образом оденешь, пройдет, конечно, очень много времени. Не стала я заморачиваться, потому что это вообще капец. Потом, в следующем видео вам покажу, чтобы на это время не тратить. Давайте распаковывать с вами заказик. Как всегда, как и должно быть, они у нас приходят с вами запакованными со склада, и никто без вас не имеет права их распаковывать. Вот эта беленькая, как лента, да? И скотч. Сейчас покажу вам эту огромную коробку. Ой, вообще. У меня заказ, я думала, на 100 баллов выйдет, но, девчонки, многих новинок не было. Не было шелухи подорожника. Я хотела новые очки, мне там понравились. Тоже не было. Кормов для кошек до сих пор нет на складе. Поэтому жалко очень. Много новиночек прям отсутствовало. Итак, поехали. Давайте по порядку. Новинки сразу попадаются под руку. Это, мне кажется, я вам в обзоре каталога говорила, что это обновленная серия про руки, про ноги. Ну, посмотрим. Посмотрим в действии. Тоже в следующем видео протестируем. Но сейчас посмотрим, конечно. Так, давайте сначала для рук. Нет, для ног. Для рук не попался что-то. Крем для снятия усталости я взяла и тонизирующий. То, что действительно актуально. Они приходят вот так запаяны. Здесь такая заглушечка. Оп. Так, для снятия усталости артикул 2517, тонизирующий 2515. Если это обновленная серия про руки, про ноги, то мне не очень нравился там для снятия усталости, он вообще ее не снимал. Вот такой вот белесый. Сейчас попробую, будет холодок, не будет, хотя бы вам рассказать. Пахнет мятой, ментолом, приятный очень аромат. Не так, как в серии про руки, про ноги. Так, а этот у нас тонизирующий. Его как-то вот ВИПы, я смотрела, хвалили больше. Ой, есть холодок, слушайте. Есть легкий холодочек такой. Даже больше, чем от винотоника. Прикольно. Так, и другой желтенький тонизирующий. Тоже такой белесый, плотненький. На другую ногу намажу. Я так сверху, чтобы понять вообще. Тонизирующий, он по типу винотоника должен быть, да? Он пахнет какими-то травами. Плюс парфюмерная душка. Ну и прям вот какие-то травы, не пойму, какие я здесь чувствую. Состав, естественно, на латыни. Много масел, это здорово. Алкоголь, правда, есть. Слушай, ну от него тоже такой легкий-легкий холодочек. Ну, в общем, будем полноценно тестировать потом с вами и смотреть. Так, и для рук я взяла тоже парочку восстанавливающие, потому что мне многие кремы из Фаберлика не только слабоваты. И омолаживающий. Омолаживающий артикул 2510 и восстанавливающий 2509.
Давайте попробуем омолаживающий. Я, насколько помню, у ВИПов он был, да, вот такого вот светло-оранжевого, что ли, цвета. И он классно пахнет облепихой. Как хорошо, что я его взяла. Я обожаю аромат облепихи в косметических изделиях. Ой, как он классно пахнет облепихой. Вообще здорово. Прям вот облепихой, не химозный. Здорово, очень понравился. Так, ну и восстанавливающий. Кстати, довольно питательная текстура. Прям вот для лета, даже я бы сказала, что прям руки начинают потеть под кремом. Класс, на ночь. Здорово. Так, и восстанавливающий. Такой белесый. Пахнет цветочками, что ли, какими-то. Написано «Мудрая арника». Ну да, ягодный какой-то, да, есть вкус. Вкусненько. Вкусненько пахнет. Он полегче. Чувствуется сразу, что он полегче. Хорошо, что я взяла омолаживающий. Омолаживающий прям действительно вот для моих рук, которые сохнут очень сильно, подходит как нельзя лучше. Так, поехали дальше. Что у нас тут? Взяла, девчонки, прокладки. Давно не брала прокладки, но раньше их вам все время нахваливала. К сожалению, на нашем складе не было ночных. Взяла две упаковки дневных и одну ежедневок. У меня в свое время, после первого кесарева, спустя год-два, во время критических дней болел очень живот. Вот в районе шва он у меня вертикальный, чтобы вы понимали, такой достаточно сложный шов. И с этими прокладками у меня живот болел меньше. Я не знаю, с чем это связано, это какие-то чудеса. Они у нас с неоновым чипом, если я не ошибаюсь. Антибактериальный неоновый чип, да, еще, то есть антибактериальный компонент. Абсорбирующий полимер, экстракт зеленого чая, гидрофильное волокно. И я когда рассказывала вам, что действительно живот болит меньше, девочки многие мне писали, что да, это так. Кто не пробовал, давайте я вам покажу. Как бы нам стесняться нечего. Здесь удобная упаковка. Смотрите, хоп. Очень удобная. Они очень тоненькие. Естественно, в индивидуальной упаковке. Их удобно брать с собой. Они прекрасно впитывают. Смотрите, какая тоненькая упаковка. Открываются, в принципе, как и все прокладки. И вот он посерединке, этот анионовый чип. Я не буду отклеивать, ладно, крылышки. Крылышки достаточно большие. И вот он, анионовый чип вот этот. Она по размеру, то есть, достаточно большая тоже. Ночные вообще. И очень-очень, девчонки, тоненькая. Поэтому, кто не пробовал, я прям вам от души вам рекомендую. Так, артикул прокладок у нас с вами 112,89 дневных. Стоп. Все начинает рушиться. И ежедневок. Артикул. Найдись. 112,88. Они тоже безумно тоненькие, очень комфортные. Очень. 10 упаковок салфеток, и понятно, почему у меня дома поселилась малышка, и салфетки летят с бешеной скоростью. Здесь 50 штук, они мне очень нравятся. И, кстати, спасибо вам за лайфхак. Кто-то написал из девочек, они круто убирают пятна, лучше, чем салфетки для выведения пятен. Поэтому салфетки огонь. Так, артикул их, сейчас скажу, 17,98. Здесь 50 штук, они большие, они плотные. Вот такие вот ребристенькие чуть-чуть. Пахнут обалденно вот этой вот линеечкой, всей детской малышковой чистотой. Я себе в запас прям набрала, девчонки, 10 штук. Так, лишь бы сейчас коробка не отвалилась. Вот почему она такая тяжелая. Так. 9, по-моему, достала, если я не ошибаюсь. Нет, 8. Вот еще 2, целых 10 штук. В прошлом каталоге не взяла пробники новых парфюмерных. Вот в этом решила исправиться. Сейчас с вами протестируем. Мужскую и женскую. Товарова, да? Так, и здесь не написано, где мужская, где женская, но судя по цвету, да, на одной оранжевая надпись, на другой голубая. Мужская у нас 341,95. Прикольно. Как многие говорили, мне сейчас кажется, мне тоже зайдет больше мужская. Знаете, такой классический мужской одеколон. Вот прям классический мужской одеколон. Без чего-то плохого, без чего-то вау. Я бы вот папе взяла, мужу не взяла бы такой, нет. Женскую давайте. Больше вот честно нечего сказать. Классический мужской одеколон. Мужчине в возрасте, да, молодому мужчине я бы такой аромат не взяла. Конечно, сейчас может подвыветриться с вами шлейф, попробуем. Так, женская водичка, артикул пробника 341,94. Что-то не пойму даже. Писали, что вроде стойкие. Сейчас в конце видео с вами послушаем шлейф. Ой, а мне нравится, слушайте. Правда нравится. Сладкий аромат, какой-то не классический Фаберлик, между прочим. Не бабушкина водичка туалетная. Очень интересно, прям хочется побольше ливануть, но не хочу руки пачкать, чтобы потом ароматы не свешивались. Слушайте, прикольно, сладкий.
По мне какой-то вот шлейф есть, чего-то эйвонского, если честно. Ой, какая интересная водичка, мне правда нравится. Сначала спиртик немножко в нос бьет. Она интересная, она многогранная. Я не знаю, как вам еще описать, девчонки. Но я не любитель парфюмов Фаберликовского, а тут прям нравится. Пудровость, что ли, даже какая-то есть. Сладость и свежесть откуда-то вот возникает. Интересный аромат. Давайте оставим, посмотрим попозже. Так, поехали дальше. У меня здесь вот такие вот две новиночки. Одна у нас из серии Биомика. Это рукавичка для умывания. 80% полиэстер, 20 полиамид. Размер 10 на 13, made in China. 910-201 артикул. Вот так она выглядит. Это из Биомики. Рукавичка. Цены... Я не помню, кстати, цены. Какая-то из них бюджетная, какая-то не очень. Вот так она выглядит. Здесь веревочка персикового вот такого цвета и атласная лента пришита. Биомика. Вот тут написано. Она очень мягкая. С изнанки вот как выглядит. Она очень мягкая, девчонки. Ну и, в принципе, вот так. Всю руку вы туда не засунете. Вот так. Вот. Очень-очень мягкая. Мне кажется, ей так комфортно будет умываться. Вот для тех, у кого кожа... Они любят агрессивных скрабирующих частичек или щеток каких-то. Вот это прям безумная мягкость. Сейчас сравним со второй, даже с руки снимать не буду. Это у нас из бьюти-кафе. Но она у нас рукавичка скрабирующая уже для лица и тела. Мягкая сторона 70 полиэстер, 30 полиамид. Антибактериальная пряжа. Скрабирующая сторона 90 полиэстер, 10 полиамид. Артикул 910-202. Здесь она уже побольше, потому что ее можно для тела применять. Размер 14,8 на 11,5. Тоже made in China. Так, открываем. Вот скрабирующий я люблю. Вот она как выглядит. Здесь такая мягкая. И внутри поролончик чувствуется. Тоненький такой слой. А вот здесь такая жесткая достаточно. Я и для лица такие вещи люблю. Я вам сейчас поближе все потом покажу. Вот. Размеры, чтобы вы понимали. Сюда можно, в принципе, всю руку засунуть. Практически. Вот так вот она выглядит. Вот две мочалочки. Вот как выглядят мочалки. То есть вот эта вот мягенькая. Она прям мягенькая-мягенькая. Очень мягкая. Я, наверное, дочери я там уже пообещала. И вот она вот эта жесткая. Здесь как поролончик, просто ткань такая сверху, да? А вот эта вот жесткая сторона. Видите, какая она? Такая достаточно жесткая. Ну, классная, мне нравится. Взяла шампунь Ботаника, уже взяла питание и блеск, потому что сейчас летом волосы сохнут, и от УВ излучения и так далее. Ромашка, кедровое масло в большом объеме, 13-18 артикул. По-моему, я питание и блеск еще ни разу не брала. У меня в основном очищение, потому что, как правило, корни, то есть кожа головы жирнится быстро, да, а волосы суховаты, поэтому взяла вот такой формат, дешевый, сердито. И новиночки, гели для душа, я взяла два Марокко, вот, это у нас Бонджорно и... Таиланд. Сейчас с вами попробуем ароматы. Так, Таиланд такой красивый, насыщенный, зеленый. 17-29 артикул. У нас здесь что? Искрящаяся лазурь. Непонятно, что у нас тут. А, кокос и что-то еще. Пинэппл. Забыла, как переводится пинэппл. Здесь чистый кокос. Здесь чистый кокос. Я не чувствую больше ничего. Сладкий кокос, чистый. Очень похожий на ля-крем. Кокосовый, прям вот чистый кокос. Кто любит, девчонки, вот берите, пожалуйста, Таиланд. Так, и следующий это у нас Марокко. Здесь у нас красный апельсин и марокканская роза. Артикул 17-28. Он уже такой красненький, насыщенный по густоте. Вот смотрите, какие они. Достаточно густые. Бонжорно мне нравится. Они в этом плане, у них расход маленький. Ой, класс, мне вот этот нравится. Мне зеленый не очень зашел, хотя кокосика я, в принципе, люблю, но сейчас на теплое время года хочется чего-то бодрящего, освежающего. Здесь действительно красный апельсин, ну, то есть грейпфрут, девчонки. Грейпфрутик сочный, свеженький, освежающий, такой классный вообще на лето. Советую присмотреться именно к вот этим. Новое мыло. Взяла одно, по-моему, да, одно. Вот оно. И взяла с пиончиком. Я вообще люблю пион, но я не пользуюсь кусковым мылом. Только ради вас, девчонки, чтобы вообще понять, что это такое. Такая какая-то эко-упаковочка бумажная, прям вот бумага-бумага, даже не глянец. Артикул 78-38, фрезия и пион. Размер, как бы, да? Откроем, посмотрим. Ну, куда-нибудь из расхода. Вообще я не пользуюсь твердым мылом уже много-много лет. Мне неудобно это. И вот так вот его вытащить даже из упаковки практически нереально. Приходится рвать. Там внутри еще картоночка. Оно не выползает почему-то. Фаберлик написано.
Ой, а пахнет приятно. Я не чувствую здесь сильно пиона. Скорее всего, фрезия. Но запах очень приятный, цветочный, ароматный, насыщенный. Здорово. Мне кажется, оно более-менее натуральное по составу. Потому что цвет такой, да, без красителей, по крайней мере. Ой, вкусно. Вкусно пахнет, девчонки, вкусно. Ароматы яркие, насыщенные. Мы с вами попробуем обязательно в следующем видео. Там ручки с ним помыть или, может быть, даже в душ сходить. Обязательно попробуем, посмотрим, как по аромату будет ли он раскрываться в процессе. И, может быть, даже оставаться на теле. Новое средство для чистки духовок и плит взяла. Оно у нас «Сила цитрусов». И вроде как обновленная формула. Посмотрим, сравним. Артикул 301.19. У меня еще стоит старый. Мы с вами тоже в одном из следующих видео их обязательно сравним. Возьмем сковороду, допустим, или кастрюлю, обратную сторону. Прям половину одним зальем, половину другим, чтобы понимать, есть ли разница по аромату. Первое не очень было приятное, а здесь я вообще не чувствую никаких цитрусов. Я чувствую то же самое, что и в первом. Нет, чуть-чуть отголосок. Еле-еле, девчонки, цитрусовых. Прям вот еле-еле. В основном пахнет практически как первое. Хлорку еще почему-то чувствую. Не знаю почему. Не знаю, в процессе использования тоже с вами посмотрим. Цитрусы вообще практически нет. А новый кондиционер. Девчонки взяла, не могла пройти мимо. Люблю кондиционеры Faberlic. А сил нет. Мелодия солнца. На 30 стирок они у нас рассчитаны. Они концентрированы. Артикул 118.57. Как же классно пахнет женский аромат, девчонки. Я не скажу, что он как-то сильно раскрылся, но он многогранен. Мне действительно нравится. Берите пробники, слушайте, берите пробники, нюхайте, ощущайте. Так, артикул 118.57. Он действительно такой вот прям. Рукой мимо проводишь и шлейф. Ой, господи. А что у нас здесь? Сила солнца, это вообще аромат чего? Аптечкой какой-то пахнет. Пахнет аптечкой. Плюс какие-то цветочки. Хлорочка, аптечка. Ой, не знаю, девочки, пока мне не нравится. Из флакона мне не нравится. Но мы с вами обязательно постираем, потестируем, пока мне вообще не нравится. Не сравнить с розовым бархатом, не сравнить с любимой органой вообще. Из еды взяла кашу гречневую с яблоком и корицей. Еще не брала, но мне понравилась овсяная с чем она у нас, земляникой, кокосом. И взяла вот такую вот гречневую, потому что достаточно быстро. Их не обязательно варить, как здесь написано по инструкции. Можно залить, и все нормально. Так, артикул этой гречневой кашки мы тоже в следующем видео с вами приготовим. 161.14. Расскажу вам тогда, вкусно, невкусно. Давайте покажу, вот как она выглядит. Ну, много на самом деле кусочков яблока. Надеюсь, и корицы там будет много. Я корицу люблю. Поэтому должно быть вкусненько. Так, взяла кашу мультизлаковую с яблоком и фундуком. Вот такую. Артикул 161.13. Здесь много витаминов в составе, это подкупает. А, что это за семена мелкие? Яблоко, фундук. Что-то я здесь ни яблока, ни фундука не вижу. Какие-то, ну, это фундук, наверное, мелкие такие коричневые семечки. А вот яблочко увидела. Оно просто почти такого же цвета, как овсянка. Ну, мультизлаковая. Здесь в основном овсянка. Попробуем. Я овсянку вообще люблю. И очень уважаю на завтрак. Овсянка, сэр. Так, и рис по-сицилийски. Первый раз я его беру, по-моему. 161.08 артикул. Три порции здесь, на самом деле, больше. Вот как он выглядит. Это рис со специями. Здесь много специй во всех продуктах не чая. Поэтому многим... Ой, вкусно пахнет. Карри. Во многих... Многие девчонки не любят еду не чая. Я в том числе... Ну, не то, что не любим. Есть продукты, которые мне нравятся. Есть те, где действительно перебор даже для меня, хотя я люблю много специй, люблю острую еду. Но мои домашние, вот дочь, муж, они не едят такое. Слушай, пошли по еде, давайте и продолжать. Кетчуп классический, взяла, это моя любовь любовная. Кто не пробовал, девчонки, прям рекомендую. Он очень вкусный, он сладенький, он без сахара, он заменителем сахара. Это ценно. Артикул здесь 280 грамм и артикул 160-50, он безумно вкусный. Прям вот слюнки аж текут, когда про него говорю. И, конечно, взяла майонез, два майонеза. Точнее, соус оливковый. И провансаль, да? Легкий. 20%, 55%. Сейчас будем пробовать. Так, без сахара, с пониженным содержанием натрия. Первый давайте оливковый. Я придирчива к майонезам, но майонез люблю. 161.21. Открываем. Я так на пальчик, если вы не против, ложку с собой не взяла. Смотрите по густоте. То есть он достаточно густой, да? Вот. Вкусный. Слушайте, мне напоминает майонез из прошлого. Вкусный. Правда вкусный, девчонки. Нету никакой остроты, там перебора с горчицей или еще что-то. Вполне себе вкусный майонез. Давайте пробовать легкий. Легкий в артикуле 161.22. Так я тут пальцы сижу, облизываю на весь YouTube. Ну ладно, ничего, вы мне простите, правда? За ложкой неохота идти.
Ой, здесь уже пожиже, он прям растекается, девчонки. Он растекается. На кальве легкий похож. Чувствуется, что он действительно легкий. Я бы вот такой вот взяла, если бы он был не легкий. А пока, если выбирать, мне больше нравится вот этот оливковый. Хотя вот этот тоже вкусный. Все нормально как бы. Кушать можно, на самом деле. Распробуем потом еще с вами. Давайте какое-нибудь следующее видео сделаем и посмотрим. Так, набрала я себе, конечно же, новинок из линеечки Фаберлик Эксперт Фарма. Так, что у нас тут? Я, по-моему, взяла два с аргинином. Да, два крема с аргинином. Я не застала эту линейку в прошлом исполнении, поэтому не знаю, как она себя ведет. Послушала отзывы. И вот этот крем с аргинином для ножек очень рекомендуют. И для боль в спине, и вот в том числе и варикоз я хочу попробовать. Потому что ножки сейчас устают очень. Здесь экстракт имбиря, плоды каштана, дойника, подорожника восстанавливают, получают защитную реакцию кожи. Попробуем вместе с вами. Артикул 1279. Взяла две штуки, потому что, мне кажется, сейчас разберут. Многие эту линейку хвалят и любят, и мне кажется, сейчас она улетит моментально. Здесь у нас все пришло зафольгировано. Так. Такой средней консистенции кремушек. Сейчас на ножку тоже нанесу. На коже тает, такой, как водичка становится. Аромат трав. Действительно, прям эксперт фарма. Аромат трав нос не бьет. Нормальный. Будем пробовать. Будем пробовать, девчонки. Хочу курсом проделать на ножке. Даже после кесарева сейчас тоже вот это вот чулки не ношу компрессионные, потому что жара на улице, их невозможно носить, да? Ну, и мы постоянно на улице, подо что я их одену? На улицу одеваешь платье, и в этих чулках, блин, медицинских. Ни о чем. Поэтому будем с вами тестировать крем с аргинином. Обязательно потом отзыв в Инстаграм напишу. И на Ютубе тоже расскажу вам в обзоре каталога, скорее всего, следующего. Кстати, тоже холодочек какой-то по ноге пошел. Здорово. Так, бальзам-растирка с сабельником. У меня, кстати, был аптечный сабельник. У меня перелом позвоночника в свое время был. И спина периодически болит. Поясница. Поясничного отдела. И я покупала в аптеке именно мазь с сабельником. Хочу сказать, сабельник, он достаточно эффективен в этих делах. Здесь экстракт сабельника, шалфей, эфирное масло чайного дерева. Тоже должен холодить, по идее. Артикул 1282. Будем с вами тоже пробовать. От боли в спине расскажу, как после спинальной анестезии иногда прям простреливает. Ой, фу, вот это вот да. Он сабельник, вот так и пахнет, я просто помню. Ой, фу-фу, где салфетка была? Такой тоже полужидкой консистенции, и начинаешь от него задыхаться даже. О, это так пахнет сабельник, на самом деле. Я не буду его никуда сейчас мазать, девчонки, только ребенку идти. Буду сейчас вся такая ароматная в этих мазях. Ну, в общем, имейте в виду. Будем с вами тестировать, но пахнет он действительно сабельником. Не обманули. Так, и третий продукт, это у нас растирка с пчелиным ядом. Тоже для таких вот проблем со спиной взяла. Пчелиный яд, экстракт шалфея, эфирное масло чайного дерева и мята полевой. Фу, ну, сабельник. Такой же флакончик. Так, я вам сказала, артикул 1280. 1280. Сейчас как зажжет у меня от пчелиного яда что-нибудь. Кто-нибудь на ручку нанесу. Нет, лучше на ножку. То сейчас точно ребенка возьму и... У него тоже достаточно ярко выражена одушка с аргинином. Вот самая такая менее выраженная. Но она не критичная абсолютно. Пахнет действительно чайным деревом, мяткой какой-то, ментольчиком. Нормальная. Вполне себе приемлемая. С сабельником не сравните. Много раз я сегодня это слово повторила. Так, поехали дальше. Взяла, девчонки, вот такой вот крем против пигментации для лица и рук. Это у нас такая линейка против гормонального старения, по-моему, да, кожи. Но я взяла именно, чтобы бороться с пигментными пятнами. Они у меня потихоньку после родов уходят, но еще немножечко они здесь есть, вот видно, да. И мы попробуем с вами бороться именно с помощью этого крема с ними. Посмотрим, насколько он хорошо работает. Артикул 0587. В следующем видео будем тестировать. Вот такой вот тюбик запечатанный. Вот такой вот кремушек плотненький, беленький. Практически не имеет никакого аромата. Прям какой-то легкий-легкий, еле уловимый. Никакого аромата не имеет. Вроде легкая такая консистенция. Посмотрим, как жару себя будет вести. Прям буду его на ежедневной основе тестировать, чтобы вам хотя бы дней через 10 какой-то более-менее отзыв составить. Да? Интересный продукт. Надеюсь, что что-то годное Фаберлик для нас придумал. Так, дальше взяла косметички новые. Не знаю, зачем. Пригодятся. Сейчас у меня вроде вся косметика расставлена. Я особенно далеко никуда не езжу. Но мало ли что-то пригодится. Знаете, в принципе, можно вот в сумку для коляски положить, да, сосочку сюда кинуть, там еще что-то. Ну, это я все свое, у меня теперь тема-то какая. Я мать. Кстати, очень приятный на ощупь. Резина, что ли, не знаю, как вам сказать, как силикон.
такая вот косметичка. Сейчас я ее вам расправлю. Внутри еще малышка. Смотрите, тут как шов какой-то возле молнии. Вот такой вот интересный. Молния пластмассовая. Две головочки, то есть двухсторонние. Она приятная такая на ощупь. Я думала, кстати, меньше будет. Вот соску куда класть. Малышка вот такая. Очень удобненько. Тоже, кстати, две молнии. Вот такие две косметички. Миленькие, симпатичные. То есть с этой стороны они прозрачные, а с этой полупрозрачные. Видите? Вот так. И достаточно вместительно. Если взять гель для душа, стоя... Стоя даже войдет. Сейчас застегну, покажу. То есть можно даже вот так вот с собой в бассейн положить мочалку и положить гель для душа. Видите? Гель Бонжорно стоя вошел. Еще места достаточно много осталось. Хорошая вместительная косметичка. Здорово. В принципе, не пожалела, что взяла. И добротный такой материал. Интересно даже. Так, девчонки, поехали дальше. Коробочка иди ко мне, родная. Осталось не очень много. Взяла краску себе для волос, потому что сильно отросли корни. В следующем видео будем с вами красить. Видно прям мою седину, такую глубокую, основательную. И взяла 5,46, как в прошлый раз. Мне понравился этот оттенок, он очень здорово играет на волосах. Пусть даже когда и смывается, все равно красиво. Это у нас светлый каштан медно-красный. Вот такая вот красочка. И взяла к ней, вы мне напоминаете, спасибо вам за это, я все время забываю, ампульный концентрат для глубокого восстановления волос. Масло мамы добавлять будем в краску с вами. Так, артикул краски. 180-31, я вам артикул косметички сказала. Артикул косметички 910-208, то есть набора косметичек. И артикул ампулы 83-43. Вот так она выглядит. Внутри одна ампулка, мы ее добавляем в свои краски, и вроде бы как окрашивание становится более-менее бережным. Будем на это надеяться. Взяла дочери пену для ванны из серии кошка-малина, кошка-манго, точнее, давно не брали. Она действительно пахнет манго, обалденно пахнет манго. 23-87 ее артикул. Обожаю. Пахнет здорово, вкусненько, все нормально. У нас на кошку малину, на шампунь была как-то аллергия, я его больше не беру. А вот на пену манго нормально. Мужу взяла Daisy Quant Adventures, один или два? Один. Потому что там акция была, я помню. Но я, наверное, чтобы баллы набрать, в акции не участвовала. Не первый раз, классный, освежающий аромат, 81-54 артикул, большой шарик, как бы все нормально. Так, и еще новиночки, и все вроде. Взяла лак для волос, даю ему 52-й шанс, потому что первый из прошлой серии мне не нравился, хотя заявлена сильная фиксация, он вообще ничего не фиксирует. Я прям сегодня же сейчас пойдем гулять на улицу, попробую. Здорово, что он с УВ-фильтром. Это на самом деле классно. Сегодня же попробую, посмотрю, как будет держать объем на голове. Я делаю небольшой начес иногда у корня, да, и Тафт зеленый с этой задачей справляется прекрасно. Вот этот не знаю, посмотрим. 27.07 артикул. Надеюсь, обновили, и он стал помощнее, чем был. Прошлый для меня как вода прям был. Аромат нормальный, лак-лак. И взяла при покупке двух продуктов, акция у нас была, да, разглаживающий крем для волос. Тоже с вами попробуем, голову помоем. Он у нас приходится печатанный. Надеюсь, будет справляться тоже со своей функцией и разглаживать волосики. Потому что я сейчас нет-нет, не всегда сушусь феном. Вот вчера я мыла голову и феном не посушилась. И, то есть, видите, волосики внизу, особенно на кончиках, топорчатся. Коре же хочется, чтобы все лежало вот так достойно. Для этого надо сушиться феном. Иногда не хватает времени, иногда просто лень. И так жара сейчас у нас, по крайней мере, в регионе. И чтобы еще феном укладываться, это вообще нет. С мокрыми волосиками даже на улицу хожу гулять, и нормально. Так, артикул 2704. Кремушек такой беленький, легенький. Аромат приятный. Одушка не сильно бьет в нос. Косметическая такая. Классный. Вот парфюм такой был бы интересный очень, с таким ароматом. Он хоть не ярко выражен, но классный. Так, ароматы мужские давайте с вами. Ну, мужской как был одеколоном, в принципе, так и есть. Стал только немножко мягче, шипровые нотки ушли немножко назад. А так нет, вот молодому парню я не посоветую, такому молодому мужчине. А женский мне нравится. Что-то в нем есть. Что-то в нем есть вкусненько, интересненько. Узнаете сейчас, что в нем есть? Что-то от Элисар. Вот Элисар мне сейчас почему-то противен. В свое время он мне нравился, сейчас противен. Этот не противен, но здесь и есть что-то от Элисар. Однозначно. Девчонки, кто пробовал, напишите, вам так не показалось, есть что-то или нет от Элисар. Так, ну и все, мои хорошие, остался у нас с вами только, по-моему, каталог, да, новенький каталог. Подарок за регистрацию будет Дона Феличи, на выбор, наверное, мужской или женский. Набор парных даже ароматов нет, и парный, и мужской, и женский, вообще здорово, классный подарок. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться, я с вами обязательно свяжусь. Всех люблю, целую, надеюсь, обзор был вам интересен, полезен. Пишите, что вы заказывали из новиночек в этот раз. А в следующих видео будем с вами все подробненько обозревать и тестировать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.